Значит, и тот день, когда деньги работают на тебя, и прибыль погашает все расходы, и еще хватает на это, тебе нет необходимости работать. Ты можешь дальше заниматься уже тем, на что ты хотел бы посвятить свою жизнь. Больше семьей заниматься, путешествовать, наука заниматься, чего-то изобретать, чего-то то, что тебе вдохновляет, мотивирует, помогать своим детям, молитву почитать своевременно и так далее. Да ты станешь великим человеком. Я хочу, знаете, почему я обучаю людей о деньгах? Когда человек в нужде, он не может раскрыть свой талант, который Богом дано, потому что ему придется работать, чтобы обеспечить семью. А когда человек побеждает нужду, у него меняются ценности. Он захочет делать больше добро. У него руки развяжутся, возможности станет больше. Он захочет больше проявлять себя как человек. Нужда заставит людей врать. Нужда заставляет людей обманывать. Нужда заставляет людей хитрить. Понимаете? Если человек побеждает нужду, перед ним открывается больше шансов. Я обучаю людей о деньгах. На самом деле о деньгах я вообще ничего не обучаю. Я на самом деле обучаю тот жизнь, который каждый из вас заслуживает. Потому что когда у вас руки развиваются, у вас появится денежный поток, и вы будете, представьте на минуту, если вы каждый месяц получите